Лазурит, бирюза и кораллы украшают ожерелье в тибетском стиле. Это оригинальная работа Надежды Ульдановой, женщина ювелирных дел мастер. Говорит, в работе с кожей и драгоценными камнями главное – ловкость рук и фантазия. Еще в 2000 году начала свой путь мастера, так и не смогла остановиться. Это вообще это дело моей жизни. Я без этого жить не могу. Надо именно нести культуру тех времен. А вот на Сибири мастеровой, это уже у меня пятое участие, всегда мандраж, поджилки трясутся. И вот когда ты достигаешь, допустим, первое место получил, потом очень трудно получить более низкие. Стоишь, трясешься, ну только бы не за участие, только бы не за участие. Волнуется Надежда не просто так. Сегодня областной конкурс среди мастеров народных ремесел «Мастер года». Более 50 человек показывают свои творческие умения и соревнуются между собой. Торопятся. Задача у всех одна – в режиме реального времени за 5 часов своять изделия, а после жюри оценивает работу мастеров. Внимание уделяют не только технике, но и авторскому подходу. Важна каждая деталь. Это все-таки праздник ремесленников, мастеров. Ну и очень важно, конечно, какое-то, чтобы мастер принес какое-то авторство оценивается, но… Я считаю, что самое главное все равно это соблюдение традиций, потому что все-таки наши традиции настолько важны, для каждого края сразу видно особенность изделий. И вот, конечно, хотелось бы увидеть изделия мастеров качественные. Конкурс ремесленников раз в 2 года проводит Иркутский областной дом народного творчества. Многонациональное Приангарье объединяет в себе мастеров разных культур. Поэтому выбрали тему единства, мира и дружбы. Мой народ. Значение этих мероприятий очень большое. Потому что, во-первых, здесь возможность как раз показать то, что есть в регионе. Они между собой общаются, делятся опытом, видят, как развивается соседнее муниципальное образование в этом направлении. Это возможность вдохновения. Сегодня можно увидеть не только процесс, но и готовые работы. В рамках областного фестиваля проходит выставка «В ремесле мы едины». Изделия более 135 мастеров региона красуются в выставочном зале. От кукол до традиционных национальных нарядов, выполненных вручную. Дарья Пастушенко, Константин Синицын. Новости сейчас.